Всем привет, ребят. Ну что, вот и обновился русский сервер. И, как и везде, нету пока, не продают они нового дракона. Смотрела его уже, видел там, на админском аккаунте. Это просто будет жесть. Это вы увидите. В общем, решил я забрать вот такие вот паки. Сейчас еще заберем. Надо увеличить немножко хранилище. В общем, забрал я пак необычный. Попробуем, посмотрим, что падает. Ну, я уже показывал, что падает с этих эмблемок, и затестим на архидемоне тыковку. Давайте вот так вот сразу 5. Ну, такое себе. Короче, получили все. Такс. Зефирик. Зефирика пока нет. А мы делаем 9-ю эмблемку для тыковки и затестим ее на архидемоне. Так, 8. Давление. Вот так вот. Вот все, что надо. 5 таких камней. И у вас будет девяточка. Ну, плюс, конечно, обычные. Нету у нас еще обмена героев, но на английском сервере есть там обмен и шар. У нас это, скорее всего, будет завтра, так как обнова сегодня была. Может, и завтра уже будут продавать нового героя. Посмотрим. Так, в общем, с этим разобрались. Поехали. Сделали мы 9-ю эмблему. И поехали. Посмотрим, что она будет давать у нас. Здесь она будет. Так, вот она, девяточка. 4600 плюс 40%. Конечно, на битву гильдии это реально будет топовая эмблема с водушками для автопрокеров. Плюс 40% жизни, плюс набор энергии. Ну, в принципе, такой же получается раз в 3 секунды. Ну, плюс-минус. Довольно-таки неплохо. Так, что тут у нас? Тыковка у нас максимальная. Давайте на нее ставим чик-бума. То есть такая вот тыква будет. Дальше. Дальше берем химку. Отлично. Укротитель у нас будет. У меня здесь герои не прокачанные. Так, для отхила надо кого-то поставить. Поставим карася. Второй герой. Дальше ведьма. Можно, кстати, качнуть нового питомца. Посмотрим, что он там дает. Хорошо, хоть питомец не донатный, а обычный. Призывает дроп и щит на ближайшего атакованного героя. Взаимодействие навыка. Щит отражает 15 урона в течение 16 дней. Атака героя увеличена. Ну, в принципе, неплохо. Я уже его обзор тоже вам показывал. Посмотрим. Ну, 55-40% на девятке будет довольно-таки интересно. Так, окей. Давайте дальше расставляем. Так, раз, два, три, четыре. А у нас ведьма. На нее мы поставим кого? Панчбокса. Так, также сюда берем. Нам надо космо собрать. Вместо огника попробуем с космо, так как он получше. Так, сейчас я по эмблемам посмотрю, что у меня есть. Восьмерка такая, такая. В принципе, можно сделать так и поставить на космика раскол. У меня там где-то один раскол завалялся.
У меня, конечно, он не с пиромагом. Ну, может, сейчас поменяю. Так. Посмотрим, как пойдет с тыковкой. Такс. И еще нам надо стрелка найти. Так, стрелок у нас собран. Драко тут, в принципе, особо-то и не нужен. Поставим смертушку. Так, все. Так, поехали. У нас архидемон, который наносит урон по зоне, то есть станет, плюс имеет иммунитета. Так, первым мы будем выкидывать. Попробуем. Ну, с тыковки, конечно, опасно стартовать. В данном случае овника было бы неплохо. Ну, попробуем. Стартанем с космо. Надеюсь, мы не сольемся, как обычно. Прорывы у нас здесь не прокачаны. Это на английском сервере мы уже сделаем полноценный тест. Можно, в принципе, и со стрелка стартануть. Вот такой вот вариант. Космо. Или с укротителя стартануть. Давайте стартанем с укротителя. Тыковки не хочу, потому что у нас разгон потеряется. Так, укротитель. Тыква, химка, ведьма. Там самое главное затестить, будет ли нормальный разгон. В итоге какой мы результат получим. Так, отлично, поехали. Самое главное, чтобы сейчас у нас космо включился, и мы быстренько всех чпокнули. Ну, разгон, посмотрите, какой бешеный сразу же. Мне кажется, разгон даже больше, чем на этом. Чем на английском сервере. Ну, сейчас посмотрим, что у нас получится в итоге по времени. Это учитывайте то, что у меня здесь не максимальные прокачки. Ну, в разгоне мы вроде и не потеряли особо. 19-18 секунд, то есть 5. Если повезет, видите, попадают. Самое главное, чтобы по тыковке не попадали. Можно сделать наоборот, эмблемы Бравлера поставить расколы. Я на русском сервере давным-давно забросил, поэтому. Тестируем первый состав так, а во втором просто поставим восьмой. Даже поставим, возьмем просто раскол на тыковку тоже. Вот видите, немножко неудачные заходы бывают. Переходы именно. Ну, не знаю, успеем, не успеем, сейчас посмотрим. Но тыковка быстро разгоняет, однозначно. Чем космо здесь лучше? То, что он, у него длительность действия его навыка намного лучше, чем у огника. Можно было бы с огником тащить. Это немножко не то. Да, не успеваем. Явно видно, что не успеваем. Ну, не прокачанные прорывы. То есть у меня герои все на максимум не бьют и не 13-е. Но вполне достойный результат. Секунд 15 не хватает. То есть нам чуть-чуть не хватает. Ну, в принципе, это надо качать героев. 25. Да, вот видите, вот именно эти переходы нам мешают. Но все равно результат довольно-таки неплохой. Считайте, результат это бездонатные герои. То
То есть нету здесь ни огника, ничего такого. Ну, 4,5 у нас получилось. Что там у нас по топу? Ну, пятерки, видите. То есть надо. Ну, надо качать прорывы. Без прорывов вы далеко не уйдете. Хорошо, давайте еще попробуем. Можно огника, конечно, огник имеет свои свойства. Давайте просто уберем, поставим сейчас на тыковку. Раскол. Вот такой вариант. Точно так же все оставляем. Стартуем. Ай, блин. Ах, обидно. Чуть-чуть нам не хватило. Видите, все-таки быстро убивают. Надо качать. Качать надо прорывы. Можно было из тыковки, в принципе, стартовать. Она более мощнее. Правда, у нас бы не было разгона. Но все равно, посмотрите, 500-ки, конечно, пролетает. Но вряд ли мы сейчас много набьем в таком составе. У меня карт нету. Сейчас попробуем, наверное, карту. Получится, не получится. Жалко за файл. Ну, после полуночи попробуем. Да, видите, разницу мы уже не догоняем. Бессмысленно дальше бежать. Попробуем сейчас карту. Может, карту найдем. Если повезет. Вот в последнее время их вообще они очень редко выпадают. Я уже не помню даже, когда я их последний раз видел здесь. Не, к сожалению, нету. Ну, в общем, вот так вот. Обнова как обнова, ничего такого сверхъестественного. Интересно уже будет потестить в разных сборках зефирчика. Это будет самый крутой на сегодня дракон. Мне кажется, он будет многих шатать. Он массовый дамагер, бьет по всей карте. То есть там реально, ребят, жесть будет. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Ждите уже тестика полноценного. Думаю, на английском сервере это сделаю. Всем удачи, всем пока.